Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Заберем здесь награду. Так, совершить сделку. Вот, пожалуй, мы с этого начнем. Американские горки. Так, на ДНК не хочу. Кратер славы. Вот это, пожалуй, мы сделаем. Так, замечательно, здесь нужно подождать. Да, в принципе, и все пока. Главное, сделку сделали, все. Забираем здесь награду. Открыть набор карточек, потратить еду. Так, с едой. Ну, насколько мы помним, у нас есть непрокачанные динозавры. Кстати, подожди секундочку. У нас еще вот здесь вот. Опа. Забираем. Это у нас Афиокамим. Мы его поместим. И заодно, кстати, как раз прокачаем до 10 уровня. Угу. Мы можем, кстати, начать эволюцию. Нет, не можем. Не можем, а почему? Потому что у нас все здесь забито. Так, кранозавр. Ну, давай посмотрим. Нет, ну это издевательство на самом деле какое-то уже. Сколько мы уже ждем, а он все никак не может прокачаться. Просто не хочет. Ну-ка, Ихтиостега, ты покажи пример. Вот, совсем другое дело. Вот выпендривается мне, да? Так, их Ихтиостегу поместили. Так, вот здесь вот 30 уровень, нужно добить. Вот и все. 30 уровень добили. Забираем здесь награду за потраченную еду. Так, и здесь вот как раз у нас... Ну что, ребят, я думаю, наверное, надо все-таки начать его... Ну ладно, бог с ним. Потратим соточку, пускай делается. Фух, будет еще один у нас прокачанный травоядник хотя бы до 20 уровня. Так, ну что, здесь вроде бы все получается у нас, да? Так, здесь один день, 16 часов, тут еще 13 часов, но одна ячейка свободна. Но у нас все равно долларов нет, поэтому мы сейчас туда никого не поставим. Ну что, поехали посмотрим, что у нас по событиям. Белая мгла, отлично. Схватка чемпионов, это мы пропустим. Могучие деньги, они пришли с болот. Так, и ты не забывай, что у нас еще есть VIP. А, тут у нас... Да ты серьезно, что ли? У меня его нет в коллекции Паразауролофа. Я почему-то думал, что вот мне нужен метеоринг еще. Остальные, в принципе, есть. Не, ну так себе випка. Может быть, оставим ее напоследок. А сейчас, я думаю, мы пойдем в белую мглу. Энтеладон, Фараракас и Элосматерий. Ну что ж, поехали. Так, я думаю, возьмем Синтета Церас. Плюс против Фараракас тоже у нас. Ага. Блин, неужели Шортистого брать? Вот незадача. А зачем? Мы же можем на равных, да? Конечно же можем. Давай я возьму, наверное, Эндрикотерия здесь и... Келлинки набрать. Ну, давай Гастониса возьмем. Все, поехали. 300 монет мы тратим с тобой, 300 тысяч монет. Белая мгла. В принципе, ребят, надо проходить это событие. Начнем с атаки. Сразу же, да? На тебе. Что-то ему не понравилось, да? А кому бы понравилось получить маленькими рогами в лицо? Ну все, тут мы его добиваем. Вот что нам приготовит Фараракас. Сейчас посмотрим. 84 к атаке, то есть получается ему нужно всю атаку слить. И он сливает. Ну что, Эндрикотерий, давай, вылази, сейчас будем с тобой тут уничтожать. Раз, два. Поехали. На тебе, Фараракас. Ну, а вот и Элосматерий. У него 144 к атаке. То есть он сейчас вырубит, мне кажется. Опа. Это
Это что за новости? А ну-ка. А все, крышка. Он, видимо, хотел поставить на дополнительные очки себе, но, видишь, все вышло против него. Ну что, я считаю, неплохо. Первая победа за нами. Нужно еще две. Ну что ты так долго грузишься, игра? ДНК потихоньку копится, но это и хорошо. Так, следующая битва у нас. Дедикурус, Гигантофия и Унтетери. И здесь как раз нам пригодятся наши пустынники. Я возьму, наверное... Погоди секундочку. А брать больше некого. Уртинотериума возьмем тогда. И... Да его одного здесь, мне кажется, за глаза и за уши. Возьмем еще Динотерия. Это уже так, просто для вида. И, например, Энтеладона. Он один справится со всеми, поверь мне. А прикинь, не справится. Вот это будет прикол. Ну, здесь сразу с одного удара выносим этого Дедикуруса. Даже ничего не успел сделать. Так, приползла змея Гигантофия. Шипит еще там что-то. Ага, меняет на Унтетери. Зачем? Я не знаю. Что он этим хотел выиграть? Нам достаточно две атаки пронести по нему и все, да? Раз, два. До свидания. Ну и опять же приходит змея. У нее классовая слабость перед нами. Потому что она-то пещерник, а мы пустынник. Или степник. Степник, наверное. Вот видишь, что творит. До свидания. Ну, здесь легко. Единственное, что меня сейчас, знаешь, интересует, как мы будем последний поединок проходить, если у нас ничего не осталось. И заметьте, баксов нету, чтобы откатить. Ох, я не знаю. Сейчас посмотрим. Мы, как говорится, с тобой еще и не такой проходили, да? Ну, давай, выбирай белую мглу. Архиотерий, ну тут понятно, тут можно взять мамонта. Арктодус. Ну, если я возьму, например, Эриматерия и Дедикурус. Все. Вот такая, ребят, команда у нас получается. Единственное, что, конечно, этот горный, который вот у нас со льдом, со снегом, он у нас легендарка. Не знаю, что из этого получится. Давай начнем с атаки. Неплохо, на 314 мы его бомбанули. Странный парень, ну-ка. Ага. Все в блок взял, да? Хм. Давай так попробуем. Вырубаем. Да, это точно медведь, ребят. Но какой-то очень-очень странный. Передние лапы длиннее, чем задние. Вырубает нас, да? Но у нас как раз есть Серематерий, который спец по таким медвежатам. Вот он. Тут придется все сливать. На тебе. Ну и выползает Дедикурус. Так, ему раз, два, три. Три атаки надо будет потратить. Ну, а Келлинкин, естественно, его добьет уже. У него 320 к атаке. Достаточно 2, чтобы попасть, а у нас 4. Тем более, все в цель. Ну что, друзья, остается забрать нам награду нашу, честно заработанную. А кто вот это у нас такой? Это коротконог, по-моему, да? Который был все время в событии. Ну что за подлагивание-то вот эти вот? Я не понимаю. Что так долго прогрузим?
Ой, сейчас еще и вылетит на этой рулетке. Ты посмотри, как еле тянет. Так, ирритатор. Так, это мы не будем. Ну что, что, что опять? О, иди разберись. Я не знаю, кто там выпендривается. Так, откройте набор карточек. Используйте ускорение моды. Ну, моды, я думаю, тоже позже немножко мы сделаем. Ну что, переходим опять в схватки. В события. И у нас вот могучие деньги, они пришли с болота. А вот они пришли с болота. Это что у нас там? О, я хочу. Я хочу вот это вот. Но, наверное, будет сложно, да? Метеоринг. Так, ну, давай, к примеру, я возьму сейчас. У него 40 уровень, да? Ну, тут только тропиагоптера я могу себе позволить. Или аэротитана, но аэротитан не прокачан ни шиша, кстати. Блин, ну точно нужно так делать, а? Может быть, все-таки... Они пришли с болота. Тут, скорее всего, будут одни, у нас одни рептилии. Давай так вот сделаем. Поставим с тобой травоядного. Ну, ребят, сами понимаете, у нас с ним нету ни у кого ни преимущества или еще что-нибудь. То есть на равных. Сразу удары, музыка исчезла. Ждем. Что-то он не стал ничего делать. Ладно, хорошо, давай я сделаю вот так вот. Ты смотри, а, жук. Оу, неужели сейчас нам... Нет, он ничего не стал делать. Короче, я рискую. Все, мы выиграли. Метеоринг здесь повержен. Но если дальше будут вот эти вот одни амфибии, да, рептилии, то кем там их побеждать? Причем 5 поединков. Не 3, не 2, 5. Ладно, сейчас посмотрим, разберемся. Еще 4 поединка. Жесть. Так, что у нас здесь? Капразух и микропозавр. А, ты смотри, мне уже дали немножко других. Так. Ну что же я могу здесь сделать? Я могу взять... О, Пеликанептерикса возьму. Я не знаю, вот микропозавр. В принципе, он должен сдуться будет. И диплотатор можно было бы взять, например. Не, вот Скафагнат и Птернодон. А тут их всего двое. Поехали. Не знаю, друзья, но мне кажется, что мои летуны, конечно же, здесь должны выиграть. Не то, что должны, а обязаны. Начнем с развлекаловки. Так, на 524 мы ему бомбанули. Давай-давай, Капразух, посмотрим, что ты будешь сейчас тут делать. А если еще разок? В топку. Ну что, микропозавр, уходи. Милости просим, как говорится, к нашему шалашу. Естественно, у него сейчас 4 очка действия. И он уничтожит меня, скорее всего. Пеликанептерикса моего родного. Естественно, бомбанул. А вот нам надо здесь что-то придумывать. Он одну очку действия стал себе, да? Раз, два, раз. Посмотрим, что он будет делать. Все, ребята, ему крышка. У нас сейчас будет 4 очка действия плюс одно. И мы его уничтожаем. Goodbye. Так, ну что, второй поединок тоже прошел более-менее успешно. Надеюсь, и третий, и четвертый, и пятый также пройдут. Но гарантии никто, опять же, не дает. Ну что ты там так долго грузишь-то, я не понимаю. Я.
Давай, 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 прогружайся. Того и гляди, сейчас вылетит, да? Ощущение такое почему-то складывается. Микропозавр, прианозух и саркозух. Ну, зашибись. Надавали они тут мне. Ну что, эдиморфодон. Само собой, эдиморфодон. Плюс я, наверное, возьму здесь тропиогоптера и хтестегу. Нет, тропиогоптер возьму. Ну и, наверное... Наверное, диплотатор сразу уничтожит здесь. Понятное дело. Птернодона возьму. Слушай, ну посмотри, у них здоровье, скажем разом, все больше, больше, больше. Эдиморфодон, давай сразу начнем с атаки. Хлоп, половину здоровья отняли. Микропозавр сразу такой. Что такое? Заерзал, зашуршал. Я вот так вот сделаю. Обменочку. Обменочку и, ко всему прочему, защитку. Опа. Опа, видишь, что творит? Вырубает, да? Ты ведь понимаешь, что ему крышка, да? Раз, два. Раз. Прианозух. Угу. Вот так вот, значит. Раз, два, три, четыре. Попробуем. В топку. Так, и последний. Это саркозух, 256 к атаке. Неплохо. Так, ему потратить надо будет 2. Он 4. О, эдиморфодон, выходи. Тут веселье прибыло. Все слил. Ну что, топчем его. Вот как-то так. Ну, сам понимаешь, у нас преимущество, потому что летающие, да? Птерозавры, они намного сильнее, чем те же самые млекопитающие. Точнее, рептилии. Ладно, у нас еще 2 боя. Так что будем смотреть. Сейчас еще будет, наверное, сложнее, потому что... Смотрим. Крутозавр, прианозух и... Астапозавр. Я тебе говорил, что будет все время с накруточкой идти. С накруточкой еще с какой? С офигенной. Ну что, топиелозавра я тогда здесь возьму, наверное, на первый поединок. Мы можем, кстати, взять аптозавра и архозавра. В принципе, наверное, запинать. Или мы можем взять диплотатора. Как вариант. И анкилодока. Блин, ну я сейчас разбазарю здесь всех своих динозавров. А как я буду драться потом на этой, на арене? Мне некем будет драться там. Давай сразу начну с атаки. Крутозавра надо вырубать. И желательно быстрее. Так. Не стал ходить, да? Проверим. Вырубаем его. Крутозавр, видимо, здесь был в роли мяса. Так, прианозух. Да, скорее всего, сейчас вырубит меня. Вырубил паршивый церкви. Ну что, мы вырубаем тогда его. Раз, два, три. Иди гуляй. И последний. Астапозавр вышел. Он мне чем-то напоминает нудогозавра своим вот этим поведением. Ну что, анкилодок, ты справишься? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да. 404, 800. Блин.
Я не знаю, ребята. Ты посмотри. Ну что, будем надеяться, что нам хватит все-таки сейчас. Раз, два, три. Да, нам хватает. Топчем его. Все, ребят. Победа за нами. Ну, естественно, мы с тобой. Что там у нас получается? Мы крутим колесо. Или так нам дадут сразу паком. Ну давай ты прогружайся это быстрее. Что ты в самом деле там тянешь-то? Вала за хвост. Оу, так у нас еще один поединок. Ё-моё, я думал, что все. Ладно, крутозавр. Здесь мы возьмем Эдиоморфодона. Смотри, смотри, астапозавр здесь тоже присутствует. Давай тогда возьмем нудогозавра и птеродактиля. Они меня просто вынудили всех моих потратить суперских динозавров, понимаешь? Давай сразу с атаки начнем. Ну что тут, крутозавр ничего не решает, получается, да? О, он решил даже атаковать. О, как делает. Погнали. Вырубаем, и выходит микропозавр. Вышел. И что, и все-таки решил одну атаку провести. Я думаю, что трех нам будет достаточно, да? На тебе. И последний астапозавр. А он ничего не стал делать. Окей, тогда сделаю я. Goodbye. Да, мы побеждаем здесь. Вот так вот они пришли с болота и также туда и ушли. Дайте, пожалуйста, достойную, нормальную награду. По-моему, все-таки сейчас будет пак. Тут же одни легенды должны быть. Ну и что же нам выпадет? Деньги. Опять унайзавр. Да вы серьезно, что ли? Он мне выпадает уже второй раз. Он в прошлой серии нам выпал. И сейчас выпадает. Так, что у нас тут? Открыли три набора карточек. Так, ускорение, это все понятно. Здесь забираем. Так, давай дальше тогда посмотрим, что у нас там по схваткам идет. Могучие деньги, дрожь земли. Могучие деньги. Только для редких. Только для редких, да? Ну что, попробуем тогда сделать, наверное. Так. И вот так. Поехали. Уж не знаю, сможем ли мы здесь с ними сразиться. Но преимущество у нас, по крайней мере. Поехали. Угу. Получил пошиячину. Малафазавр. Монолофозавр. И что творит? А если мы возьмем кулазуха, к примеру, под защиту? Угу. Два очка действий он все-таки взял и оставил себе, да, получается? Проверка. Вырубаем. Хорошо. Афиакадон появился. Не запылился. Ну и все. Вот и все, и доигрался парень. На скрипке. Нам достаточно сколько? Две атаки, да? А у нас все четыре проходят. Красиво. Все, ребят, побед за нами. И... еще две, получается, две схватки будут. Могучие деньги. С этим ты ничего не поделаешь. Я не понимаю, почему такая загрузка идет долгая.
Надо было, наверное, эмулятор перезагрузить. Он уже, наверное, весь забился. Ему не хватает памяти или еще что-нибудь. Так, только редкие. Две штуки. Ну что, здесь... Так, секунду. Лазух, сколько ты стоишь? 33. Ну, приходится вот так вот опять делать. Но здесь, видишь, здесь уже у них 31 и 40 уровень. То есть они здесь намного сильнее. Ну что, начнем с соплеухи. Пойдет в атаку или нет, как думаешь? Пошел. Отчаянный, конечно, чувачок. Вырубаем. Так, Афиакадон сейчас вылазит. Так, у нас сколько с собой? 3 очка 10 будет, да? Добивает, естественно, жаба его задушила. О, не добил. Ну тогда что я могу сказать? Прощай. На-ка, погуляй, подыши воздухом. Друзья, последний поединочек. Последний. Выигрываем деньги наши. Проигрываем. Ничего тогда нам не светит. Так, ДНК потихонечку там копятся. Блин, ну почему вот таких-то мне дали? Ё-моё. У них, посмотри, сколько здоровья. Диплотатор один не справится здесь, мне кажется. Чё, мне брать карнораптора, что ли? Просто на растерзание. Да, ребята, придется мне карнораптора просто брать как мясо. Хотя он атакует не кисло, между прочим. Как мясо. Ну-ка давай. На тебе. Может, даже еще и выиграем. Раз, два. Ах ты жук. Все-таки решил, да, одну атаку сделать. Ну и ладно. Раз, два. И вот так. Готов, птичка. Так, ну что? Ну, понятное дело, сейчас вырубит. Не добил. Не добил. Тогда распрощаемся с ним. Для меня это неожиданно было, если честно. Я думал, что все-таки нам даже придется с тобой диплотатор выводить. Но, как видишь, один карнораптор тут разобрался с ними. И это классно. Ну что, забираем деньги там сколько? По 40 тысяч, по 80 тысяч. Посмотрим, сколько нам на этот раз вообще дадут. Сколько мы заслужили унести с собой монет. Давай. По 86, ну нормально, ребят. По 86 тысяч монет, это... Так, еще очки доверий. 260. Итого 6 тысяч уже есть. 4 тысячи набираем, естественно, открываем чистое золото. Так, использовали ускорение. Собрать 3 мода. Давай соберем моды. За деньги будем собирать. Так, ну что, Чарли, будь добр. Что-нибудь нам хорошенького дайте, пожалуйста. Пак. Если можно, я бы не отказался от пака. Нет, дает слабость. Так, погнали далее. Потом, кстати, выгоднее брать, наверное, все-таки нижний. Ать. Чуть-чуть, ребят, не хватило нам на пак. Теперь я думаю, что вот этот лучше взять. Редкий, чем обычный. Ценник практически одинаковый, но тут есть возможность... получить редкий мод. А лучше, конечно, редкий пак.
Повышает показатель атаки на 40 и снижает ОЗ на 25. Все, ребят, выполнили мы это задание. Забираем. Так, принять ПВП битвы. Ну, все понимают, да, что за ПВП битвы сейчас у нас будут. Вон, разберись. Так как у нас практически никого не осталось из динозавров, пойдем с тобой на лигу. Мы до сих пор на лиге охотников, по-моему, да? А, нас сместили. Ладно, давай посмотрим. У нас остатки тут есть кое-какие. Вот ими попробуем поиграть. Ихтиостега, Таниколагриус и Уэрхозавр. И долларов у нас очень мало. Надеюсь, сейчас не будут тут летунов. Ох, ё-моё, Зухамимы, ты посмотри, офига. Да. Слушай, ну я не думал. Давай тогда разбираться с этим партизаном. 70 к атаке, это вообще ни о чем. Верно, друзья? Для ихтиостеги это вообще. Пью. Так, ну что, одну атаку, один бонус. Смотрим на Зухамима. О, 137 к атаке, это уже посерьезнее будет. Ну что, Зухамим, фига у тебя там пасть. Он ничего не стал делать. Раз, два, три. Готов. Уходи с поля. И Афиакадон. 4 очка действия. Наверное, все в атаку сливать будет. Мне почему-то так кажется. Но это не 100% гарантия. Да, ничегошки. Ладно, попробую все-таки пробить хотя бы одну атаку. У него, ребят, здоровья мало. Все. Мы его вырубили. Мы его вырубили по красоте. Ну что же, тогда двигаемся дальше. Это у нас заодно, кстати, еще идет как ПВП бои. То есть один поединочек мы с тобой отыграли. Нужно еще два. А у меня на больше и не хватит, кстати, я тебе скажу. Опа, не вернулись? Не вернулись мы с тобой. В 5%, так сказать. В 5% бои. Эть. ДНК 120 штук. Гоним дальше. У меня остались одни хищники. Вот, Таниколагриуса я могу только здесь взять. Просто одни хищники, прикинь. Хе. Да. Ну, а Апатозавра могу еще, конечно, взять. И Раджастегу. Ну, понимаешь, я, если бы я пошел бы сразу на лигу, возможно, тут было бы хорошо. А так как у меня вот все эти события собрали и съели, так сказать, моих лучших динозавров, естественно, мне здесь делать-то по большому счету и нечего. Ладно, хотя бы два поединка отыграем, это уже будет небольшой плюсик. Ну что ты там, будешь меняться или что? Конечно. Еще делает. Да. Не хищника же выставлять против них, да? Вот он думает, что бы сделать, да? Я буду его проверять. Блин, он всего лишь одну тратит. Ну я не знаю, наверное, можно бомбануть, попробовать. Проверим заодно. Все, мы его вырубаем. Отличная была проверка. На топиелозавра он там, наверное, повесил не кисло, да? 6.
Если он сейчас все сольет, он меня победит? Наверное, победит. Да, победил, друзья, он меня. Но мы топиалозавра рвем, по идее. И выходит стигмолох. Ну и что ты сделаешь, маленький Стиги? До свидания, Стиги. Вот так вот. Да, Николагрис, молодец. Забомбашил его. А у нас все, у нас нет больше динозавров, к сожалению. Поэтому нам надо где-то умудриться выиграть еще одну ПВП. Мы можем водную ПВП сделать, в принципе. Нам ничего не мешает. Да ладно, блин. Три ступеньки всего лишь прошли. С четвертой на первую вылетит игра сейчас. Так, 600 ДНК мне досталось. Так, ну насколько я помню, мне нужно было еще все-таки одно ПВП сыграть. И поэтому... Блин, когда я это задание закончу, а, ребята? Доведите 15 динозавров до уровня 40. Я не знаю, когда я это сделаю. Но оно висит у меня уже фиг знает сколько. И история, кстати, у нас не продолжается именно из-за этого. Сюжетка. Ладно, пойду я, наверное, тогда... А по випке у нас что-то, не помнишь? О, нет, нет, сюда бесполезно идти. Кстати, можно пойти, но опять же нужно, чтобы откаты были. По динозаврам. Так, ПВП. Берем с тобой водную. Водную случайные награды. Пускай будет так. Раз, два, три. Последние 5 бакинских, ребята, трачу. Вот так вот, дожили. Лептостега, Леплеврадон и Кевикей. Причем они все прокачаны, да, я так понимаю. Но нам плевать. Так, он ходит первым. Вряд ли он будет атаковать, скорее всего, поменяется. А на кого? Только на Кевакея? Смотри-ка, вот это называется, ребята, камикадзе. Да на-ка тебе. Готов, хлопчик. Лео Плевродон, ё-моё. Лио. Не Лео, а Лио Плевродон. Ну давай, давай, что там заелозил? Тебе в любом случае мне ничего не сделать. А, во. Вот как он сделал. Хорошо, хорошо, парень. Давай тогда под... Ах ты, жук ты навозный. Жук он и в Африке жук. Меняется. Ну ты сейчас допрыгаешься, просто вот, просто сейчас допрыгаешься и все. Рискуем. Ты посмотри, а. Он сейчас опять будет меняться, да, на своего этого кивике. У него 700 к атаке. Ты смотри, что творит, а. Чепушила, а. Ну ты напросился просто-напросто. Вот так вот будет с каждым. Теперь у этого 728 атаки. Ну, ромалиозавр его порвет. Наверное. Да. А раз он все слил. Поехали. А точно получится у нас? У него все-таки 1800 кп. Должно сработать. Ну вот и все.
все, друзья мои. Нам нужно было с вами одно PvP-сражение. Вот мы его и сделали. Соответственно, мы сейчас с тобой забираем награды. Ну и будем закругляться на этом. Так, что там такое? Ага. Приз эксперта. Ну и еще разочек. $20 000 монет. Окей. Ну что, теперь забираем с тобой ежедневки. Так, уже, кстати, половина 53 уровня. Ну и открываем с тобой наш ежедневный набор. $40, спасибо, и ДНК. И 65, то есть 130 очков доверий. Ну что, друзья, на этом я буду сегодня заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.